Я приветствую вас, возлюбленная благословенная Церковь Иисуса Христа. Хочу предложить вашему вниманию сегодня новую старую песню, которая называется «Соответственно тебе». Она родилась 8 апреля 2011 года. Молись и пой, друг мой, песнями, молитвами со мной. Нет в тебе сейчас вместе ты смирил себя, был послушным отцом до смерти крестной. Я смиряюсь под крепкую руку твою, нужно мне умолиться, чтобы самое важное в жизни – это Бог и личные отношения с Богом. Аминь.